что делаем? Идем дальше. Идем дальше. Выбор за большой. Помните, что у нас выбор тогда будет, когда я имею достойное качество. Со мной идет помощь. Да, я здесь вот наполнилась. Я здесь имею все, что мне нужно, чтобы взять достойного партнера. Я же взвесила, да? То, что я хочу, то, что я могу дать, оно все совпадает. Если не совпадает, значит, здесь я плохо поработала. Ждите успеха. Да, ну, что же осталось? Это выбор большой. Что есть, как беру. Итак, выбор. Подруга, мы с этим получится помочь. Итак, мы выбрали, скажем, три кандидата. Из этих трех мы вышли. 10 кандидатов выбираем. Из процесса выбора мы выбираем, может быть, 3, может быть, 5. Сколько таких, что я бы с ними хотела очень близко познакомиться, более близко узнать их. Эксклюзивные отношения, то есть я уже могу больше тратить времени для того, чтобы узнать, какие с ними эксклюзивные отношения, чтобы узнать более близко, например, присутствие тех хороших качеств, которые у меня есть или которые у меня отсутствуют. И в этот момент я, допустим, я стал 3 человека, я выбираю из этих 3 одного, который самый классный. Помню, что на всех этих этапах процесса, пока нет семьи, пока мы не сказали «I do», я готов выйти замуж и жениться. Это все процесс выбора идет. И для того, чтобы этот процесс был безболезненный, да, до самой помолвки. Вы знаете, сколько людей сбегают, когда уже стоят на алтаре, убегают. Если я при этом влюбилась, открыла свое сердце, привязалась, считайте то же самое, разбор по новой, все, что я этого делала. Это годы и годы практики потеряла. Поэтому на всем процессе знакомства я не влипаю, не открываю свои сердца, не открываю свои чувства. Потому что процесс будет, когда если вдруг неудачно будет. Сейчас вас. Да, вы сейчас. Да, матушка. Более подробно эти знания. Книжки бесплатные. Книжки бесплатные. Книжки бесплатные сейчас.